Здравствуйте! Добро пожаловать на YouTube-канал «Универсальные системы учета». Сегодня мы расскажем о современной программе для любой торговой организации. У вас будет возможность применять сканер штрих-кодов и другое торгово-складское оборудование. Но также можно будет обойтись и без оборудования. Тысячи организаций по всему миру используют нашу программу, так как она продуманная и удобная. Не только простые люди, но и эксперты, интеллектуальная элита рекомендуют нас. Дорогие друзья! Добрый день! Приветствую вас! Универсальная система учета. Программа УСУ доступна каждому. В первую очередь потому, что она переведена на 96 языков. У нас многопользовательское программное обеспечение, поэтому в нем смогут работать одновременно все ваши сотрудники. У каждого из них будет свой логин для входа в систему. Также есть возможность сделать разграничение по правам доступа, чтобы каждый работник видел только нужную ему информацию. Корпоративный стиль есть у каждой организации, и программа УСУ этому полностью соответствует. Выберите подходящее оформление из большого количества красивейших дизайнов. Это все лишь некоторые из технических преимуществ универсальной системы учета. Но главный плюс все-таки финансовый. Он заключается в отсутствии ежемесячных платежей. Вы заплатите небольшую сумму за программу и только один раз. У программы УСУ дружественный интерфейс. Все просто и наглядно. Как только вы в нее вошли, сразу же можно открыть нужное окно. Для этого используются кнопки в центре программы. Чем важнее открываемое окно, тем больше кнопка. Хотим обратить ваше внимание на встроенную интерактивную инструкцию в правой части окна. Инструкция подробная. Это означает, что наш качественный программный продукт хорошо документирован. А то, что инструкция именно интерактивная, дает огромное преимущество при ее использовании. По нажатию на специальные зеленые ссылки, система сама покажет вам тот элемент программы, о котором говорится в мануале. Например, вот меню пользователя. Примечателен тот факт, что интерактивность работает в обе стороны. Можно не только из инструкции сразу же найти нужный элемент, но и наоборот. Наведите мышку на пока еще неизвестную вам кнопку, и программа сразу же предложит прочитать о ней короткую статью. А кроме наличия инструкции, есть еще обучение, которое проведут для вас наши специалисты при приобретении программы. У каждого пользователя есть отличная возможность самостоятельно настроить свой набор кнопок быстрого запуска. Для этого достаточно мышкой перетащить те пункты, которыми вы планируете пользоваться чаще всего. Для торговой организации в большинстве случаев будет использоваться действие «Провести продажу». Давайте сначала его и рассмотрим. Тем более, что наша программа универсальна и поддерживает самые разные режимы работы. Наиболее распространенный режим – это реализация продукции при помощи сканера штрих-кодов. Он подходит для тех организаций, у которых большой ассортимент товара. Есть возможность придумать свои собственные короткие коды для товаров и использовать их для быстрой продажи. Еще можно работать безо всяких кодов. Продавайте товар, щелкая на карточке с нужным названием. Данный режим удобен для тех организаций, у которых небольшой ассортимент товаров. Если вы проводите необезличенные продажи, а вам интересен тот, кто совершает у вас покупку, это хорошо, потому что работа с покупателями позволяет повысить лояльность клиентов. Найти нужного клиента можно по имени, номеру клубной карты или телефонному номеру. Индивидуальная работа с клиентами важна, например, если вы планируете начислять бонусы. Также вы получите возможность рассылать SMS-сообщения. На самом деле в вашем распоряжении будут целых 4 вида рассылки – SMS, e-mail, Viber и даже голосовой обзвон. Голосовой обзвон – это когда программа может сама позвонить вашим клиентам и компьютерным голосом сообщить какую-либо важную информацию. Все эти профессиональные инструменты работы с клиентской базой позволяют держать покупателей на коротком поводке, чтобы они о вас не забывали и чаще совершали покупки. При помощи нашей профессиональной программы можно не только стимулировать покупателей чаще совершать покупки, но и увеличивать сумму чека. При реализации система показывает кассиру сопутствующий товар, который сразу же можно предложить покупателю приобрести в качестве дополнения. Кроме этого, программа умеет работать с составным товаром,
который может быть дополнен различными добавками. Есть возможность использовать режим работы консультантов. Это если регистрировать продажи должен не один человек, а разные люди. Далее давайте посмотрим режим работы для менеджеров по продажам. В отличие от кассиров, им не обязательно работать в окне проведения продаж. Они могут использовать табличный режим. После проведения продажи обычно распечатывается чек. При работе в режиме менеджеров по продажам еще появляется возможность формировать счет на оплату, акт выполненных работ и другие бухгалтерские документы. Очень полезной функцией при работе с клиентами является связь с телефонией, которая заказывается отдельно. Объемы продаж напрямую зависят от того, насколько эффективно вы консультируете клиентов. Программа может этому способствовать и контролировать. Сначала приятное впечатление у клиента появится, когда при звонке в вашу фирму он услышит голосовое приветствие, по которому сразу будет понятно, куда именно он дозвонился. В это же самое время у сотрудника всплывет карточка звонящего человека. В ней будет отображена вся важная информация, необходимая для проведения качественных переговоров. В первую очередь важно имя клиента. То, что вы сразу же будете обращаться к звонящему человеку по имени, повысит лояльность клиентов. Они будут думать, что находятся у вас на особом счету, что каждого из них вы помните, цените и всегда узнаете. И это только одна функция связи с телефонией. Кроме нее вам будет доступна история звонков за любой день, история звонков по любому клиенту, прослушивание разговора, набор телефонного номера в одно нажатие прямо из программы. Как работать с клиентами и реализовывать товар, разобрались, но это мы использовали уже имеющуюся в программе продукцию. А теперь давайте посмотрим, как в универсальной системе учета можно быстро и удобно добавить новый товар и оприходовать его. Как только сохранили накладную, появилась возможность перечислить товар, который мы получили согласно данной накладной. Когда товар для включения в состав накладной выбран, указываем цену покупки. Далее проверяем цену продажи этого товара, которую при необходимости можно сразу же изменить в любом прайс-листе. На графике справа видно, как с течением времени менялась закупочная и продажная цена на данный товар. Другой график показывает изменение объемов продаж. Когда закончились с ценами, указываем количество поступившего товара. Рядом на диаграмме сразу видим, сколько данной продукции имеется в наличии на всех складах и магазинах предприятия. Второй датчик с учетом меняющегося спроса показывает, на сколько дней бесперебойной работы хватит этого товара. Таким образом, наша интеллектуальная система сразу информирует вас о возможной упущенной прибыли. Когда мы внесем весь товар в состав накладной, она будет выглядеть вот так. Вид накладной можно легко менять при помощи мышки. Например, на более крупный, если у вас используются большие изображения. Если вы, например, оплачиваете продукцию в долларах, то большое значение для вас имеет постоянно меняющийся курс валюты. Его вы сможете проставить сразу при вводе закупочной цены. Справа появляется новый график изменения курса с течением времени. Вся эта аналитика помогает принимать правильные решения, чтобы ваш бизнес всегда был в плюсе. Итак, мы научились приходовать товар. Это необходимо делать при каждом новом поступлении. А пока вы только начинаете работать с нашей программой, обычно требуется внести большое количество имеющейся на складах продукции. Наша система поддерживает импорт из самых разных форматов, но чаще всего применяется именно Excel. Также система УСУ умеет взаимодействовать с другими программами и в обратном направлении, когда требуется экспортировать информацию. Одно нажатие и целая таблица уже во внешнем файле. Наши возможности настолько велики, что мы работаем от малого бизнеса до крупного. Полный перечень доступных для заказа дополнений к программе вы можете посмотреть на нашем официальном сайте. А теперь давайте вернемся к программе. Мы уже увидели основные принципы работы. Убедились, что все легко и удобно. Это значит, что работа в универсальной системе учета непременно обеспечит вам полный порядок в делах. Но профессиональная программа такого уровня должна делать больше, и она должна любому бизнесу предоставлять возможность расти и развиваться, а для этого используются аналитические отчеты.
Наиболее часто используемые отчеты доступны сразу в виде кнопок быстрого запуска. Для анализа товаров это проданный товар и актуальные остатки. Для анализа денег это поступившие платежи и полученная прибыль. В меню пользователя есть целый раздел, посвященный аналитике. С его помощью можно проводить более тщательный анализ как своей продукции, так и финансовых средств. На тему отчетов – это еще не все. Универсальная система учета является лидером в вопросах бизнес-анализа. Поэтому в составе программы есть уникальный комплекс программных инструментов для глубокой аналитики. Здесь каждый отчет разработан на стыке двух наук – программирования и экономики, и представляет собой целую череду визуализированной информации, которая понравится профессиональным управленцам и тем, кто хочет таковыми стать. Наиболее интересные функции мы вам показали. В нашей программе каждый найдет то, что его заинтересует. Если какие-то вопросы еще остались, вы можете посетить на нашем сайте страницу программы для автоматизации торговли, скачать демо-версию, чтобы поработать в ней самостоятельно, воспользоваться подробнейшей инструкцией, связаться с технической поддержкой для получения консультации. У нас есть номера телефонов в разных городах и странах, а также можно писать в различные мессенджеры или в чат прямо на сайте. Более того, вы сами можете стать нашими представителями. Посмотрите информацию о нашей франшизе на сайте franchiseforeveryone.com. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых современных разработок. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.